Назар, кудись налезал новую чипицу. Рахман, спи. Да и так, вообще кнопку выполнял. Мы приехали. Смер Зловичин. Яхи смер. Черный мост — это последняя станция. Это туда нам. Куда? Нам туда. Алло, стой, стой. Заходим? Залетаем в вагон. Едем поездом. Новая ветка. Никогда мы здесь еще не были. Вот такой мы сейчас вот здесь. А, мы вот там.
лайфхаки, что делать, когда порвался респиратор. Итак, мы приехали на Флоренцию. Что, Равиль тоже поехал дальше? Да. Он же живет там. Ну, спасибо. На квартире. Возле, как сказать, возле там вокзала такого. Короче, возле ВШЭ. Понравилось, а тебе? Офигенная поездка на выживание. Ну да. Да не. 30 видосиков, сколько это? 30 видосиков, думаешь? Ну, думаю, да. Ну, это как обыкновенно, знаешь. Но она купит тебе еще. Ну, 108 корун, может, и окупит. Сколько им лет, блядь, 13? Это Прага, тут все рано начинает. Нам с Максом очень надо, мы очень наебаны. Хорошо, давай, пока. Блядь, 13 лет, блядь. Как рано взрослеют дети в Чехии. Так, все свои слова прикидают. Ведется оперативная съемка. Да. Это даже спору не подлегало. Но мне кажется, лучше не надо это отпить. Пускай попробуют только. Это с него прям ведутся. Макса повели, да. Максанечку это вообще не очень. Вообще херово он напился, говорят. Вообще напился? Да, у меня уже отмечают. Ну, слушайте, в принципе, друзья хорошие, как-то не оставили. Главное, что друзья хорошие, да. Чешская дружба. Когда там был малолет, где-то по 12, чувак по 20. Это... Каким 20? Этому 20 ты что, гонишь? Ну нет, ну ему лет 18-19. Мне кажется, ей не мало. Просрали автобус, идем пешком. По предложению Назария. Не знаю, я сегодня так много ел, и все равно кушать хочется. А, блин, время. Кухню хочешь себе арендовать? Кухню хотел арендовать, да? Мы никого не забыли, как будто бы кого-то... Йо, хотели... я такие-то мам тен посыдж, это никто нам пострада, яко. Ктер автобус стоит? Не. Це 54. То тим би хо могли їдь за 8 минут на зараз. За 8 минут буду в своей кровати. Не. Но он... Мы ну, там сразу вышли. Не, то бы хом то бы хом ещё мне лебеж от пшилыч рихла. Коже, як це туріка. Летят. Конечно, Sony, IBM. Тут нормальный день рвёт. Ну, у меня все, иммунитет. Какой холод. Я видел, блядь, твои глаза. Ты, блядь, там такой сидишь. Ну, бывает. Все-таки испытания. Просто ошарашены, блядь, легкий. Такой. Привет, я вышел в гору. Так, а знаешь, типа... И настолько разница вот там спускаться, где показали нам дорогу аккуратную, у которой ветра нет, и вообще нормально там идешь. Вот оттуда люди приходят и такие, да, странно какие-то все такие. Странно какие-то такие, странно, ну, и жалуются еще что-то. Да, да, и мертвые какие-то лежат. Удивительно. Ребята без одежды.